Всем привет, ребята. Вот сейчас тут копаемся. Вот здесь у нас, как вы говорите, крупы. Вот вроде как и видно. Сахар тут, гречуха. О, смотрите, сколько гречки. Так, это мы сейчас откопаем, возьмем. Но мы тут уже вот копали. Вот здесь что-то уже наковырял немножко. Там, кстати, мужской флакон духов, лего. Здесь вот, смотрите, елочные игрушки. Но эти как бы пластмассовые мы брать не будем. Нет. Да не, а куда их? Красивые, да ты что, больной какая? Да они дешевые, Марин. Так, и смотрите, вот здесь вот кроссы. Вот эти вот кроссы, вот эти вот, они если... А, не, вот они дырявые, поэтому оставим. Сейчас вот эти вот Nike гляну. Если Nike более-менее нормальные, так, где второй такой? Вот, новые носки, уже две пары, вот сейчас вот видно здесь вещи, сейчас тоже копанем. А что, такого второго нету, смотри, да? Черного нет, вот такого. А, вот он. Надо посмотреть, если... А, не, вот видно, тоже дырочка есть. Не, ну если третий, 43-й, я тогда себе заберу. По мусоркам ходить. А эти... Не, ну эти уже немножко подуставшие. Ну, в общем, вот эти, возможно, заберу сейчас, глянем. Попались детские игрушки. Ну, вот здесь посмотрел, в принципе, тут ничего интересного уже не осталось. Либо я в них не разбираюсь. Вот тут вот немножко всяких игрушек. Так, зеленочек какой-то. Вот такой вот. Вот здесь, смотрите, какую машинку откопал. Это у нас Kingsmart. Она абсолютно целая. По-любому заберем. Три маленьких. И вот здесь вот среди детского. Вот, да я не знаю, чего это, но проба стоит. То есть, по-любому, это какой-то золотишко. Только... Сейчас. Ну, на... Не знаю, для чего это. Короче, что-то детское было. Ну, грамм тут, конечно, не будет. Ну, заберем вот эту кучку сейчас. А, здесь еще, смотрите, вот такая... Это у нас железная дорога была. Но самого паровоза здесь отсутствует. Дорога есть, это есть, а самого паровоза нет. Поэтому придется оставить. Жалко, конечно. Ну вот, ребят, как-то так. Сколько раз пытался сюда заехать. Это у нас где-то метро Партизанское. Балашок идет вроде оттуда, откуда-то. И вот где-то здесь. Народу полно. Не знаю, сейчас внутрь зайдем, глянем, что тут да как. Давайте теперь разберем находочки. Ну, начнем вот здесь вот немножко вещей. Вот такая вот сумка была найдена. Она у нас кожзам, но состояние полностью изумительное. Redman. Сейчас вот это он, а не, вот видно тут вот, или что это, не, это просто вот она стояла, это грязновато чуть-чуть. Это у нас полностью отличное состояние. О, внутри тут джинсы черные, размерчик, вот он. Так, джинсы понятно, джинсы светлые. Вот я не знаю, правда, зачем они, кому они нужны. На утиль, наверное, пойдет. Вот они. Далее вот такая вот рубашка. Дивидет. Она у нас тоже большая. Вот она. А, где-то вот здесь, наверное. Ямочка, да. Рубашечка, ямочка. Да, здесь вот такие кофточки. Ну, эти кофточки я, скорее всего, себе оставляю. Вот эти вот. Вот такая вот серенькая. Это у нас вот она. Лесочка. Потом вот такая вот светленькая кофточка. Нет, эту я, наверное, себе не буду. Мне такая не надо. Это у нас какая-то модис. Так, что тут? Вот. Эмочка тепленькая. Вот эту вот футболочку я тоже себе взял. Вот она. Прикольная такая. Идем далее. Брючки. Светлые. Нет, такие мне не надо, наверное. Я не знаю, глянем потом. Вот она. И чем. Так, тут у нас еще вот такие вот брючки. Так, идем сюда. Тоже HM. 32, по-моему. Так, это что у нас? А, это тоже что-то. Тоже что-то фирменное. Это у нас
с воротником. Водолазка, по-моему, да. Так, ну по водолазке, ладно, потом посмотрим, пока не вижу. Далее, вот такая вот сумочка, она, это у нас косметичка, сейчас. Вот такая вот косметичка, вот она абсолютно новая. Ну, кто-то купил, кому-то не понадобилось. Сумка для ноутбука, ну, вон тряпочкой чуть-чуть шаркануть, и отличная сумка для ноутбука. Так. Вот такая вот, да. Вот такая вот сумочка попалась маленькая. Дальше у нас тут что-то непонятно. Ну, обычно такая маленькая, но у нас тоже кожзам, по-моему. Она же кожзам маленькая, да. Сумочка? Да, кожзам. А где 5 рублей? Не знаю. Я их не брал, 5 рублей. Я не брала. Ну, тут 5 рублей было, но что-то уже нету, кто-то спер. Вот, а вот это, ну вот это что-то, наверное, не знаю. Да, типа рюкзака, он абсолютно новый получается. Вот такой вот рюкзачок. Ну, почему походный? Сейчас такими ходят, ничего. Идем далее. Здесь целая куча латуни вчера была найдена. Ну, как латуни, вот. Сейчас напильничком все это проверим. Должно быть латунь, потому что это еще советских времен. Вот такая вот лампочка, она рабочая. Ну, это себе забираю. Кроссовочки, кроссовочки. Кроссовочки. Вот видно вот такие вот зырочки. Но мне они чуть-чуть поджимают. Даже не знаю. В принципе, если на них кататься, на самокате, то, в принципе, должны пойти. Второй абсолютно целый. Вот такой вот. Да, носки сейчас. Здесь у нас вот посылок целая куча. Здесь тоже это все отправлять надо. Потом смотрите. Здесь вот носков целая куча была найдена. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пар носков было вчера найдено. Это я вот себе взял. Я буду зелень сажать на балконе. Осталось только землю купить. И посажу тут зелень. Ну, сейчас к этому перейдем. Для тех, кто хочет со мной связаться, вот моя главная страничка, это YouTube, да? Ну, как бы вот, мое видео, вы его посмотрели. И вот здесь вот кнопочка видно, написано еще, нажимаем эту кнопочку. Магазин от мусорщика ВК, нажимаем на ссылочку. И вы переходите, так, вот вы переходите в мой магазин. Вот тут как бы все товары, вот они, пожалуйста. Ну, тут как бы не все, но все равно есть. Так, это выключаем. Далее идем. Вот она еще ссылочка. Мои продажи на Авито. Нажимаем на ссылочку. Переходим на Авито. Так, ну, этот товар, ладно, уже продан. Но... И далее вы можете посмотреть. Вот, нажимаем на сам Николай. И тут вот, пожалуйста, все товары. Листаем, смотрим. Все. Всем, кому понравилось, ставим лайки. Пишем комментарии. Ну и обязательно подписываемся. До свидания. Кто, ребят, помнит, вот этот телевизор был найден. Смотрите, работает вообще отлично. Стоял у меня вот этот, ну вообще маленький, такой вот здоровый, вот здесь стоял. А вот этот поставил. Ну, единственное, только без пульта. А так, смотрите, ловит вообще замечательно все. Ну, смотрите, как замечательно все ловит. Ну, прям смотри, не хочу. Шкурка. Шкурка, как всегда, помогает. Давай теперь здесь быстренько разберем. Так, что у нас здесь? Крем, дезодорант, Нивея. А он женский, по-моему, да? Да. Ну, короче, да, это женский. Часы, как обычно, китайские какие-то детские тоже. Да, до кучи пойдут. Пластиковая карта. Кстати, вот пластиковая карта. Вот это у нас... Дорожник, электрокарта, дорожник, это у нас Санкт-Петербург, по-моему, ну, метрополитенская или какая, вот она. Тоже прикольная, оставим в коллекции. Вот такая вот коробочка. В этой коробочке у нас что-то с бижутерикой, наверное, какая-то лежала, бархатная. Ремешочки. И вот Балантини какой-то ремешочек. Еще какой-то вот ремешочек. И вот третий тут тоже. Ремешочки все прекрасные.
Этот я думал целый, а тут вообще капелюшечка осталась. Ну, сам допользуюсь. Ладно. Это для комаров. Летом пригодится эта фигня. Это самокат буду смазывать свой, хотя у меня смазывать... Не, есть где смазывать, да. Наушники. Наушники я проверил. Абсолютно рабочие наушники оказались. Штекер можно сюда вставлять, можно обратно. Либо два штекера. Вот она моделька тут. Кстати, надо проверить, что за моделька. Я еще не смотрел, сколько такие могут стоить. Так, вот это у нас такая вот фигурка. Котейки. Машинки у нас все одной фирмы оказались. Это у нас Kingsmart. Это вот большая такая с открывальца. Открываются дверцы. А это три вот таких вот маленьких. Ну, это у нас тоже Kingsmart. А, это у нас Willys. Это у нас Willys, да. Все три машинки Willys. Потом в Лего, смотрите, вот такая вот карета была найдена. Но я только пока не понял, как она тут цепляется. Ну, как-то она тут цепляется. Единственное, я не все детальки собрал. Там вот были вот такие лампочки. Но что-то поштучно не хотелось собирать, поэтому я их где-то оставил. Ну, вот он сам человечек тут. Еще какая-то деталька. По Лего, кстати, вот сейчас я вам покажу. Вы меня по Лего вот спрашиваете. В общем, вот такую кучу я выставил на Авито за 2 рубля. Вот здесь вот машина какая-то была. Вот это вот недавно был найден. Тут вот запчасти. Вот тут пакетов тут. Ой, рассыпал. Ну ничего страшного. В общем, за 2 рубля. Вот это тоже до кучки сюда докину. Идем далее. Да, это коробка к деньгам. Вот такая вот мягкая игрушка какая-то непонятная. То ли вязаная, то ли не вязаная. Две пачки сигарет было найдено. И смотрите, вот это парламент, только я не знаю, чей. Какая-то таксистка. Вторую пачку я уже скурил. Там тоже, видать, актыска была другая. Вот это, кто помнит, я находил. Но, честно сказать, я не знаю, что вот это такое. Что это за камушки такое. Может, кто знает, подскажите, что вот это может быть такое. То ли это ракушки, то ли камушки, непонятно. Стельки. Короче, да, какие-то магнитные стельки. Это вот, ну, понятно. Это у нас переводилочки вот такие вот были найдены. Ну, здесь, смотрите, вот одну такую котейку нашел. Таких уже нету, таких переводилок, котейки. И вот цветочки тут. Ну, тут много там цветочков всяких. Это у нас перчатки какие-то. А здесь, смотрите, вот столько сахара было найдено. И вторая баночка, это у нас... Гречка. О, сколько гречки. Две баночки. Там еще мука, фигата была, но муку я не стал брать. Вот это у нас вот такая вот книжечка непонятная. Ну, это вроде как записная книжечка. Чилд. Ну, вроде как детская, точно не знаю. Но тут еще вот какие-то странные... Ну, это не бумажки. Я не знаю, с чего. Это ручная работа, да, бумага. Это что-то какая-то странная бумага тут, короче. Кожа на переплете. Ну, это понятно. Ладно, это фиг с ним. Потом вот такая вот кукла. Смотрите, здесь вот шапка, одежда. Кукла еще... тоже ручной работы. Ну да, да фиг его знает. Да не, вон, кеды не ручной работы. Ну, короче, вот непонятно, что за кукла. Там юбка, фигубка. Волосы натуральные, возможно. Не фиг его знает. Короче, пока по этой кукле ничего не известно. Так, ну вроде все здесь показал. Да, ну и вот сережки, которые были найдены. Сначала была одна найдена, потом вот покопались. И вторая нашлась. Ну, к сожалению, тут нет вот замочка там. Это и есть замочек. Здесь ничего нет. Они вставляются в ухо, и вот это крепление, которое шевелится и крепится, на ухе держит. Это такие серьги. Ну, короче, да. Но здесь, если вот так вот взвесить, тут, по-моему, 1 грамм только будет. Так. Уже, по-моему, ничего не показывает. А, надо сначала убрать, потом взвесить. Что-то я... Ну вот, 1-100. Ой, или 1-1. Короче, как-то так. Сейчас обтарим. Ну вот, 1-1 показывает. Ну, как бы мало, но приятно. Так, ну на этом все. Сегодня пойдем еще походим. Может, еще что наберется.
попалось немного просрока. Вот внизу вода, что-то там вот мясное уже вижу, йогуртов немножко. О, кстати, вот это чудо. Чудо надо взять, вот это, шоколадное. Ну, понятно, внизу там. Ну, в общем, внизу надо достать. Что-то, возможно, там, вот, смотреть картофана сколько уже. Ну, картофан сегодня брать не будем. Ну, в общем, сейчас глянем, что брать. Ну, вот, взяли мы тут, смотрите, вот, йогуртов. Кстати, вот, ботиночки еще вот такие вот были найдены. Тирволина. Но это Марина себе взяла. Не знаю, что за размер. Ну, взяли йогуртов тут. Два таких молочка шоколадных. Это у нас свининка какая-то. Мясо. Ну, в общем, одно мясо тут набрали. Все остальное я как бы... Все остальное я вот здесь вот положил. Тут еще вот курица. Что-то куриное. Я вот здесь положил. Возможно, кто кому надо, тот заберет. Баночка грибочков, шампиньончики. Ну, они, наверное, до 2020 года. Ну, как бы еще и красная цена, мы их оставим. Вот здесь вот другие две баночки. Ну, тоже красная цена, но это у нас оливки. И что-то гречневая каша, упаковка. И фасоль. И баночка. Это мы возьмем. Там он еще сигарет каких-то нашел. А вот этот комус-то нам зачем? Пусть лежат скрепки. Да скрепки нам. Надо, ну, надо. Пускай будет. Здесь вот смотрите, три мешочка. Ну вот видно, в одном мешочке уже что-то баночки-фиганочки. Да? И вот еще, смотрите, два мешка тут. А, не, это у нас. Это у нас обычный мусор уже. Ну как бы. Сейчас попробуем дотянуться. Так, ну это тоже у нас обычный мусор. Ну вот этот тут достанем сейчас. Здесь у нас, короче, ничего не попало. Здесь вот кусочек мыла вот такой вот. Ну, скорее всего, это мыло ручной работы. 8 марта. Ну, здесь вот какой-то кружок, ну, она тоже нафиг не нужна. И здесь вот такая вот советская соковыжималка. Ручная. Ну, ее, наверное, возьмем. Да, она вроде целая. Так, еще пакетик, запчасти. Ну, эту заберем сейчас. Смотрите, ребят, сейчас вот до пятерочки дошли. И смотрите, здесь у нас мандарины, картохи, 4 сеточки. Ну, тут повыбирать только, но я думаю, половина. Ну, здесь вот апельсины, но здесь штучки... А, вон, уже убрали, 2 штучки плохие были. Здесь батончик хлеба взяли. Так, бананы. А, смотрите, котлет прихватили. Ну, это, наверное, так лучше. Да, я имею в виду вот так, чтобы больше лезло. Ну, в общем, сами видите, смотрите, как котлетку прихватили, это мы сейчас все заберем. Смотрите, ребят, какой у нас народ пошел. Были абсолютно новые ботинки, смотрите, как изрезали. Вот сволочь. И потом второй. Тоже видно, смотрите, как изрезали. Ну, вот так вот. Вот такие вот. Хотя они, по-моему, разные. Вот это 38-й, а это 37-й. И по Ютубу, ребят, вот многие спрашивают, да, как бы вот платья сейчас мало, да, но суть не в этом. Как бы вот он канал, он как бы еще и рабочий, пока не отключили. А, кому интересно, вот у меня еще есть Дзен, уже 5.29 подписчиков, то есть прибавляется. И вчера вот загрузил вот этот, Рутуб, но что-то вот со вчерашнего дня видео ни одно еще не грузится. Не знаю. Ну, на вот эти два канала я оставлю ссылочку под... То есть, вот нажмем под моим видео. Так, сейчас попробуем. Вот мое видео, допустим, да, как оно тут работает. И вот первым комментарием я оставлю свои ссылочки на Дзен и на вот этот Рутуб. Можете заходить туда, и буду выставлять там видео тоже. У нас здесь вот что-то, всякая кучка какая-то была навалена. Ну так, глянул, вроде нет ничего. Но смотрите, вот здесь вот откопал. Среди этой кучки вот такая вот махорка. Судя по всему, 87-го года. Там у меня их раз, два, три, четыре, пять штучек, шесть. Одна из них немножко порвалась. И смотрите, вот такой вот еще кошелечек попался.
Москва Олимпиада 80-го года. Прикольный такой кошелечек. Тоже заберем олимпийский. Попалось еще, смотрите, две машинки леговские. Вот одна тут. Вот вторая вот такая тачка леговская. То есть уже можно продать все лего за 3 рубля. Здесь вот два ружья вот таких вот. Вот одно такое ружье. Так, ну это не знаю, рабочее, не рабочее. Вот это вот точно рабочее. Вот, курок взводится. Так, где он взводится? Короче, как-то оно... А, сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. Взводишь и стреляет. Но патронов к нему нету. Даже запасных нету. И вот еще какой-то тоже, наверное, патронами стреляет. Непонятно. Ну, эти оставим. Лего сейчас заберем. Кстати, там еще вот игрушки. Сейчас вот там еще гляну. Возможно, там еще лего. Проводочек попался. Да как бы возьмем, что пригодится потом. Смотрите, вот здесь вот. Это у нас часы Витек. Ну, возьмем на проверочку. Возможно, даже радио, по-моему, здесь есть. Дальше зонтик. Ну, зонтик не нужен. И вот такой вот пылесосик. Электрощетка, пылесосик, ветерок. А, здесь даже вот шнурочек какой-то. Два шнурочка. Ну, так, на разбор пойдет. Пришли мы домой. Вот, смотрите, Шарик уже довольный бегает. Уже дождался. Шарик, Шарик, дай лапу, дай-ка чпатку. Эх ты засранец. Ну, давайте быстренько тут сначала продукты разберем, потому что надо в холодильник все убирать. Здесь у нас агушка. Две агушки попалось. Три вот таких йогурта. Все остальное. Актимелька. Приятный бонус. Далее батончик хлеба один все-таки взяли. Тут два бананчика. Бананов было много, но взяли только два. Это у нас картофан. А, молочко вот такое вот шоколадное. Но одну бутылку я вот, как видно, уже по дороге почти выпил. Здесь у нас кусок. Так, чего у нас? Короче, чего-то кусок. Не помню чего. Ладно, это, короче, кусок. Там здесь тоже мясо. Филе. Филе чего-то, я не знаю. Я курятину вроде не брал. Так, вот еще один такой кусочек мяса. Индилайт, я не знаю. Ну, что-то, короче, тоже мясное. Вот, баночка бондуэля, фасолька. Кстати, по-моему, баночка где-то еще была, не знаю, здесь не видно. Если что, найдем. Гречневая крупа. Упаковочка, но это, судя по всему, там пакетная она. Да, в пакетиках. Это крупа в пакетиках. Далее, что у нас идет. Так, это пока сюда. Две упаковки мандаринов. И здесь апельсин. Ну, апельсины, как видно, уже перебрали. Два из них были плохие. И здесь у нас, что у нас здесь? Фарш. И три упаковочки вот таких вот котлеток Петелинка. Мы сейчас прям сразу одну сделаем. Она у нас, видно, до 15.03. Сегодня у нас 14 число. То есть все у нас абсолютно свеженькое. И сейчас там по мелочи что-то осталось. Сейчас тоже посмотрим. Судя по всему, здесь был выброс. Мы уже все разобрали как бы. А что тут морковка, фиговка. Ну, грибов целая куча. Ну, короче, вон йогурт еще есть. Ну, видно, все тут перекопошили. О, сыр есть, смотрите. Годен, да, 9.03. Это не знаю. В принципе, он, смотрите, нормальный сырок такой. Штучки 2-3 взять. Да, смотрите, нормальный сырок. Сыр ларец. Три сырка возьму. Больше тут что-то. Сырок. 1-2 сырка. Ну, вот еще сырок. Тоже 9.03. Но я думаю, с сыром ничего не будет. Ну, 4 сырка только взять. Остальное все разобрали. Не, конечно, если где-нибудь еще там покопошиться на верхах, может, что-то и будет. Но сыр уже. Все мясное разобрали. Вон там яблоки еще. Больше ничего тут не вижу. Что у нас тут? Вот тоже какие-то овощи. Короче, сыр только возьмем сейчас.
сейчас вот тут немного поднял, но здесь видно кран латунный, немножко медяхи. А, смотрите, вот такая СССР, знак качества. Ну, это у нас, короче, что-то делать. Ну, такую штуку точно продать можно, я уже такие продавал. Так, это что-то мусор тут. Да, это мусор. Вот здесь вот тоже, если повыбирать, тут у нас вон латунь тоже присутствует. Много латуни. В общем, вот все перебрать. И едем дальше. Пришел я домой. Сыр оказался вполне съедобный. Он у нас с белыми грибами. Да, довольно-таки вкусный. Взял я таких 4 упаковочки. По поводу барахолки я забыл сказать. Да, я ездил, все нормально. Там место колеблется от 100 рублей и где-то выше. Ну, не знаю. Там говорят, расположишься, подойдут и скажут примерно, сколько будет стоить. Поэтому на следующей неделе попробую съездить, узнать. Тут у нас советская соковыжималка. Что-то мне подсказывает, тут она не вся. Вот тут что-то должно быть, наверное. Но тут ничего нету. Ну, если что, можно сдать на латунь. Ой, на алюминий. Вот тут инструкция от нее. Баночка. И тут еще какие-то насадочки немножко. Да, вон. Из Лего вот такие вот две машинки. Кстати, по Лего я еще из дома взял вот такой вот Лего. Майнкрафт. Здесь тоже целый. Вон, видно. Целая коробочка тут. Даже человечек, по-моему, не знаю, один, может, больше. То есть, как бы рубля за 3 все это Лего можно отдать уже. Тут его много уже накопилось. Что у нас тут? Часы, Витек с радио, полностью рабочие оказались. Ну, это обычный шнурок. Это, судя по всему, мыло ручной работы 8 марта. Краска попалась одна. Шнурочек Bluetooth. Это у нас новый галстук. Милана какой-то. Ну вот он, видно, новенький. Вот такой вот кошелечек. Москва 80-й. Молния работает, все работает. Далее, ну это два шнурка от... Короче, понятно. Пылесос. Пылесос. Вот он, пылесос. Ветерок. 3. Полностью рабочий тоже. Баночка оливок попалась. Что вам тут что показать? Немножко медяхи. Ну, медяху я уже все почистил. Там было больше медяхи. Вот такой вот пузыречек попался. К сожалению, нету 3 стопочек. Это у нас в кожаной обмотке. Ну, тут вот даже где-то написано. Вот он. Водка в кожаной упаковке. Сет плюс 3 рюмки. Ну, рюмок, как видно, нету. Ну, сам бутылек тоже прикольный. Так, что, как он вытаскивается? Вообще не знаю, как это вытаскивается. Прикольный такой наборчик. Что еще могу показать? Смотри, вот такая вот лампочка была найдена. Как она действует, я не знаю. Кто-то говорит, включаешь, она должна сама крутиться. Потому что вот тут штырек какой-то. Лампочка рабочая полностью. Пускай стоит. Так, что у нас еще? Вот поэтому, по этой махорке, я не знаю, что-то она, по-моему, ничем не пахнет. И вот видно, одна из них уже рассыпалась тут. А, тут оказалась вот дырочка где-то, и она вся рассыпалась. Вот, можно одну вот достать, посмотреть. Вот она. Крупка, ну, наверное, крупная. 87-й год. Ну, сколько тут? 5 штук, и одна рассыпалась. Потом вот такие вот ботиночки. Раздобыл. Там шарик что-то приуныл тут. Вот такие вот ботинки. Ну, чуть-чуть вот подкрасить. Это у нас стиль итальяно 37. Вот как-то так. Ну, прикольные такие ботиночки. Смотрится даже очень ничего. Ну, здесь вот, наверное, здесь вот дезамш, по-моему, коричневый. А здесь вот кожа. О, второй там стоит. Так.
Здесь все. Так, сейчас вот это я сегодня принес. Тут вот курточка такая вот сегодня попалась. Вчера, точнее. Сейчас мы ее вот так-то повесим. Вот такая вот. Даси, Элечка, теплая. Скорее всего, детская, точно не знаю. Прикольная такая курточка. Чё. Пуховичок такой. И сейчас вот это вот рассмотрим. Здесь вот еще вот такая вот куртенка. Это у нас Reserved 42. Ну, тоже такая. Она у нас осенняя-весенняя, но она такая тоненькая. Так, ну вот это вот темно-зеленая кожаная. Это, по-моему, уже была где-то. Джинсы. Короче, вот как-то так. 32 написано. Вот такие вот. Так, еще здесь вот такие вот порточки. Вот я, к сожалению, такие порточки не ношу. Так что вот они, видите, узкие, с резинкой. Это у нас HM. А размерчик где-то здесь. Вот M-очка, судя по всему. 48-50. M-ка. И сейчас к остальному перейдем. Тут у нас винтажная косметичка такая. Это у нас картоху чистить. Да пойдет, что. Половничек. Лейкопластырь. Это у нас, короче, кофе дробить. Ручная такая штучка. Тоже советская какая-то. Вот такой вот веер. Ну, веер, как вам сказать, обычный такой. Тут вот, ну, пойдет на бижутерку. Вот такая вот тарелочка. Забыл, что за клеймо, ну, фиг с ним. Потом вот такая вот, ну, это что-то на стенку, наверное, вешается, коробка какая-то. Вот она. Две фотки. Ну, я взял чистые из латуньки. Тут не написано, какие года. Ой, тут уже отваливается что-то. Потом, смотрите, вот такая вот куколка попалась. Она вроде как пластмассовая. Но тут вот еще чопик какой-то есть. Возможно, она даже надувается. Не знаю. Написано Good Made. Возможно, кто-то знает, что такое. Скажите. Так-то она вроде резиновая. Твердая, резиновая. Далее вот такая вот кукла. Ну, это не кукла. Это кто-то самодельник, самодельку сделал. Короче, это у нас на чайник одевается. И это что-то самодельное у нас, судя по всему. Кто-то куклу изуродовал и вот такую вот штуку сделал. Здесь у нас все медяха. Вот эта вот штучка, я так и не понял, что это. Вафельница. Вот это? Ну да, вот это, наверное, вафельница. Ну вот, короче, сама вот это у нас печенюшки делать. Вафли. Это у нас печенье делать. Вафли. Это две штучки между собой вкладываешь. Вафельница. Туда. Ну, я и говорю, это орешница, что ты. Это у нас видно знак качества СССР, но ее только отмыть надо. Здесь у нас латунный кран. Вон он. Ну, здесь тоже надо все перебрать. Здесь тоже много латуни. Я еще не перебрал тут. Вот есть даже вот такие новые детальки. Потом вот такая вот еще новая какая-то деталька. Ну, что-то еще тут по мелочи тут все. В общем, надо перебирать. Вот такая вот зеленая кофточка попалась, небольшая. Сейчас попробуем сказать, что это у нас. Вот она. Вера Мода 165-84. Так, ну все. На этом все.